Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» приветствует вас. У нас в кузовном ремонте находится автомобиль Land Cruiser 200 2015 года выпуска. На автомобиле повреждено заднее правое крыло и задняя правая дверь. Здесь есть большая вмятина в этой части. Сейчас машина разбирается, будет дефектоваться. Ну и после окончания ремонта мы еще вернемся, посмотрим, что с машиной. Итак, дорогие друзья, с момента ремонта автомобиля прошло 5 дней. За это время мы отремонтировали заднее крыло, заднюю правую дверь и арку крыла. Были повреждения. Разбирался салон автомобиля, снимались обшивки, а также багажный отсек. Видите, все собрано идеально. Попадание в цвет у нас 100%. Есть своя лаборатория по подбору краски. Гарантия на наши работы мы даем 3 года. Сумма выполненных работ составит 38 тысяч 900 рублей. Если у вас есть какие-нибудь вопросы по кузовному ремонту автомобиля, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание, удачи на дороге.